Природные аномалии продолжаются. Казалось, конец света миновал, но не тут-то было. После рекордных холодов пришло неожиданное потепление. Среднесуточная температура воздуха повысилась почти на 20 градусов. После прохождения теплого атмосферного фронта Атлантического циклона в ночь на 26 декабря по городу и области выпало от 5 до 8 миллиметров снега. Высота снежного покрова увеличилась от 3 до 6 сантиметров. На дорогах снежные заносы. Температура воздуха сегодня в течение дня повысится до -2, -4 градусов. Всю ночь не утихала метель. На дорогах увеличилось число заторов. На спасение города от заносов еще ночью вышла снегоуборочная техника. Улицы обработали песчано-соляной смесью, но полностью очистить не смогли. Работа продолжилась в дневные часы. На очистку улиц вышло около 70 единиц снегоуборочной техники. Сейчас, значит, днем очищаем мосты, путепроводы, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта и те улицы, где поменьше интенсивность движения транспортных средств. Когда самый большой поток с улицы уйдет транспорта, то есть основной удар по снегу нанесем, как всегда, ночью, чтобы транспорт, стоящий нам, не мешал уборке. И я думаю, что к утру мы город приведем в нормальное состояние. Синоптики обещают, что в ближайшие дни температура воздуха не изменится. Под Новый год сильных морозов не ожидается. Юлия Миронова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.